Вечер. Ну, тогда добрый всем вечер еще раз. И сегодня в рамках всевозможных защитных псалмов этой темы мы будем говорить про один конкретный псалом, про 67-й, самых Зайн. Он один из самых знаменитых, но самое интересное состоит в том, что он его где только не читают, но как бы в основной молитве его нет. Давайте мы вначале прочтем его содержание и попробуем разобраться, почему он такой вот мощный. При этом я зачитаю некоторые отрывки про этот псалом и про его мощность защиты, но для начала просто давайте его прочтем и попробуем посмотреть, что здесь сказано. Значит, значит, Ламнацех бенгенот мизмор шир, руководителю, я уже много раз говорил, что название заголовков псалмов переводить очень трудно, мы просто не знаем этих слов. Бенгенот переведено на струнных инструментах довольно условно. Мизмор – это музыкальная песня, сопровождение струнных инструментов. Я бы сказал, что слово «мизмор» в книге псалмов – это в сопровождении музыкальных инструментов. Это именно то, что поют. Тем самым, значит, «ишир» – это просто песня. Значит, «Элохим еханену виверхену» – Бог. Вот Еханену, может быть, пожалеет или будет милостив к нам. От слова и то, и другое корень хен. Но есть два корня. Хен и ханан. Ханан – это помиловать, а лахун, наверное. Краткая форма – это отнестись милостиво к кому-то. И благословит нас. Озарит нас ликом своим. Значит, я хочу тут сразу, там, этот стих требует уточнения. Значит, вообще, если понимать этот оборот в буквальном правильном значении, это повернется к нам сияющим ликом, то есть улыбнется нам, грубо говоря, так, доброжелательно улыбнется. Тогда будут знать Лада Барат Заркеха, будут знать на земле пути твои, Бехольгагаим и Ишуатеха, среди всех народов спасение, ниспосланное тобой, Едуха Амим Элохим, будут знать все народы Бога, Едуха Амим Кулам, признают тебя все народы, тот, кто не видит в слове «яда» слово «моде» или «тода», тот напрасно, будут благодарны с таким же успехом, может быть, признают, будут благодарны. Это вот все в одном месте лежит. Слово «тода» – это вот этот же корень, конечно же. «Есмаху верны нолоумин» – будут радоваться и веселиться нации, если по Мальбиму переводить. Ибо ты будешь прям судьей праведным, и нации будешь указывать пути всем нациям на земле. В устном тексте говорю «нациях», мне для книги псалмов кажется слово «нации» просто анахронизмом, который нельзя ставить в книгу псалмов. «Едуха мималогин» – повторение стиха, который был. Народы признают тебя, Боже, признают тебя все народы. Эрец натна явула, земля дала урожай, благословляет нас, Бог наш Бог, благословляет нас Бог, почитает его во всех краях земли. Все. Вот это от начала до конца. Значит, чтение, вот специально, вот я привел, как его читают, просто с правильной развивкой. Ламнацех бенгенот, мизмор шир, Элохим еханену виверхейну, Яэр панав итану села,
Лада дарат здаркеха, бихольга гуим, ешуатеха, едуха амим, элогим, едуха амим кулам, есмыху веренену, леумим, китишпот амим, мейшор, улеумим, баарат стенахем, села, едуха амим, элогим, едуха амим кулам, эрец натна гибула, вивархейну, элогим, элогейну, Евархейно Элохим, Вагиру ото, коль ото, коль авсе арец. Специально для того, чтобы было понятно вот интонационное чтение, оно разбито вот правильно. И вот в этом столбце ударные слова «все народы признают тебя, народы признают тебя, благословит нас, и вот здесь увидят, будут почитать его», вот акцент на слове «его». Не на «увидят», а на «его» акцент, мощный акцент ставится. То есть вот здесь слово вот это. Значит, я пытался в одном месте пытаться во всех стихах ставить вот такой значок. Просто не знаю, удобно ли вам это будет. Вот такой значок перед ударными словами. Вот это вот так. Вот ударные слова в русском тексте так должны выглядеть. Извините, это вот в прошлый раз вы говорили про ромбики над еврейскими словами, да? Да, во второй половине вот этот ромбик, он ударное слово обозначает. Он и не во второй, но в этом здесь ритм вот эти ромбы над словами в книге Тхилим это ударные слова. После них идет легкая пауза. Не тяжелая, как между это самое, вот тяжелая пауза вот здесь вот идет и вот здесь. Ну вот этот знак куча народу просто не знает, Олава Юрет, вот этот знак, потому что он только в книге Дилим бывает. В Дилим и в книге Йова. Этот знак мало кто знает, но основные паузы вот здесь, естественно, в конце стихов. Вторая по тяжести пауза в середине стиха вот на этот знак, вот на этой вилке. Вот она, вилка внизу стоит. Это разделение стиха пополам обычно. Ну, обычно пополам, но кроме вот этого случая. А вот это, вот этот знак, шальшелет, он такой же, как и в Торе. Улеумим. Такое длинное-длинное растягивающее пение нужно вот здесь. Это не пауза, а интонационная. Тут петь надо уметь, я не умею, я уже предупреждал об этом. Значит, я хочу заметить с этим псалом, что происходит. Значит, давайте чуть-чуть подробнее. Вот чего днем. Вот первая вещь, которая бросается в глаза любому человеку, который знает библейский текст. Первое, что в нем бросается в глаза, вот на это надо обращать внимание. Это вот этот стих. Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение и озарит нас своим ликом. Базовые слова Еханену, Виверхену, Виирпанав. Ассоциации у любого ну, более-менее знающего человека, более-менее, у любого, кто ходит в синагогу, он сразу увидит то, что называется, вот оно, благословение Коэн. Значит, в книге Бамидбар, четвертый, значит,
так благословляйте народ Израиля, обращение к коинам, и дальше приведен вот эти три стиха, которые коины должны произносить, обращаясь к народу, при этом они как бы должны не просто обращаться к народу, а они должны излучать на народ это благословение. Причем в конце вот этого, это самое, обращение к коинам сказано в конце, фраза совершенно великолепная. И вы положите мое имя на сынов Израиля, и я их благословлю. Так вот, Еварха, Луким Еварехену, Еир Пана, вот одинаковым цветом просто обозначу. Ирпанав, да? Еирпанав. То есть благословение коинов во всей красе. Чтобы было понятно, отношение к благословению коинов всегда было трепет. Но я хочу заметить, что вот когда коины раскладывают руки вот так, ну, две руки, я не буду показывать, на себе не показывать, что называется, я не коин, то это понятно, что они вот эти слова передают народу. Это эманация имени из уст коинов, но еще и через руки идущие. Ну, я не совсем правильно раскладываю, они должны быть соединены, руки при этом соединяются. Значит, по этому поводу отношение к этим стихам, оно очень нежное, и я хочу заметить, что даже не коины своих детей благословляют этим же благословением. Вот детей своих, внуков, обратите внимание, Ивареха-ха благословит тебя, как бы этот текст может произнести любовь. Понятно, что когда коин это делает, это намного существеннее, и вот это грандиозное мероприятие Суккот, когда коины благословляют народ у Котеля, там собирается дикое количество народу, ну, в хорошие годы. Но то, что отношение к этим словам, ну, скажем, самый древний отрывок Торы, который до нас дошел, писанный, это, собственно, вот эти слова, написанные на серебряной пластинке, свернутой в трубочку, которые точно совершенно использовались как амулет, хотя понятно, что амулетом вообще пользоваться нельзя, но то, что бороться с этим невозможно, чтобы эти слова не использовали как амулет, это невозможно абсолютно с этим. Бороться невозможно. Это ясно, что сила этих слов потрясающая. При этом вот что надо обращать внимание, что Элла, переверните изображение, пожалуйста, свое вот вверх ногами. Обратите внимание, вот три слова. Первое благословение коинов. Еварех, Хашем, Вишмарех. Пять слов и семь слов. Они вот идут пирамидой такой. Пирамидой. Вот посмотрите по этому поводу, я ведь не случайно вот в таком виде привел, ориентировав по центру наш псалом. Вот это наш псалом. Ориентир взят по центру, чтобы он тут бабочкой симметричен. Но обратите внимание вот на это. Ну, понятно, это один и тот же стих, только который окружает центральный длинный стих. Его как-нибудь выйти. Теперь вот этот смотрим. Его зелененький. Обратите внимание. И теперь вот этот стих еще выделим заодно. Каким-нибудь цветом голубым. Да? Не хочет. Обратите внимание, как насколько по длинным они это сами.
Делаем. Значит, это современный рисунок. Найду не современный. Это мелкий, это конец 18 века. Первое печатное издание вот такого типа. Сейчас я найду большой. Мне вот так нравится. Или вот это. В хатах. Нет, вот это. Правильный вот это. Вот это. Значит, вот чтобы было понятно, вот эта вот минора, которая вот здесь изображена в середине, это наш псалом. Читается он слева направо. Вот. Элохим Йеханену Виварахену Веер Панав Итану Села. Ладаат Баарац Дархеха Бехольха Гуим Ешуатеха. Едуха Амим Алухим, Едуха Амим Кулом, Гисмыху Вернену Лаумим, Тильтишпот Амим Мейшпор Улаумим Баарац Танахам Сала. Это окончание этого стиха, оно очень длинное, как мы видели. Он идет в основание миноры, Едуха Алухим Алухим, ну и так далее до конца. Значит, при этом тут сразу замечу, что волшебство продолжается, состоит в том, что в псалме 49 слов. Если не считать первых четырех слов, которые являются заголовком. И они, вот они, эти слова, вот, по-моему, по-моему, тут редакции не имеет. Значит, вот здесь он сверху, ламнацех, там, где должны стоять свечи. Ламнацех, бенгенот, мизмор, шир. А в остальное псалом 49 слов. Да, и чтобы окончательно добить, вот в этом стихе, который вертикальный, самый длинный, с основанием 49 букв. 49, все знают, что такое число 49. 49 – это 7 раз 7. И, значит, ну, 50, как известно, это Шивот и восьмерка – знак завершения начала нового. Число 8 у евреев равно как число 50. Это 8 – это не бесконечность, а начало нового, завершение старого начала, начало нового. 50 – это разрешение старого и выход на новый уровень. Это подъем. Поэтому 49 – это завершение, это число совершенства полного. Ну, по крайней мере, у евреев так. Да, еще раз я хочу заметить, 8 – это не бесконечность, а 8 – это завершение с подготовительного периода и начало нового. Выход на новый, так же, как 50, только 8 более слабо. По этому поводу 8 – это, например, обрезание, а 7 – это неделя. То есть 7 – это число полноты, равно как и 49, 7 раз по 7. А 8 и 50 – это начало нового. Восьмой день обрезания, 50-й день Шивот, 8 дней очищения, например, от основной скверны. Значит, вот такая вот минора, которую я сейчас показываю на экране. Это восточное изображение. Вот. Дело в том, что сейчас вот оно вот это изображение, которое здесь справа, которое это вот так это должно выглядеть по Хида, по Раби Хаиму Давиду Йосефу Абулафе. Это первое печатное издание вот такой миноры. Именно печатное, не рукописное, а печатное. Кстати, при этом да, это первое печатное издание 1780 какой-то год. Вот такая вот минора на отдельном листе была напечатана. Это с двух сторон просто. Это правая сторона, вот это вот правая сторона, вот это. А это обратная сторона просто. В таком виде она была напечатана, и это первое печатное издание такой вещи.
Но вообще все прекрасно понимают, что в идеале она должна была и есть напечатана, написана от руки и на пергаменте. Ну, вот такого типа. Ну, я видел попроще, конечно же. И я хочу заметить следующее, что вообще зайдите в сефардскую синагогу, в половине ашкеназских, если не больше, и практически в любую сефардскую синагогу. Там, напротив места, где стоит кантор, всегда будет обязательно вот это шивите Хашем Ленегди Тамид. Я постоянно считаю, что Хашем против меня. Я постоянно представляю Хашема против глаз моих. И вот этот вот мизмор в виде миноры всегда сопровождает вот это шевите Хашем. Практически в любой сефардской синагоге обязательно такая штука висит, и именно, ну, не в таком виде, это более домашний вид, это более амулетный вид, это ну, скажем, вот это более шевите Ленегде, вот это более. Нету здесь. Нет, здесь тоже. Это тоже домашнее. Это тоже в хатах. Хатах это потехат едеха. Это для напарноса. Амулет напарноса. На доходы. Но это то же самое, потому что здесь есть те самые, то, что называется шмот. Вот дикарнуса, например. Хатах должен где-то здесь тоже быть. Это имена левых ангелов, которые заведуют пропитанием. Но левых учитывайте. Хотя здесь правые тоже есть. Но тем не менее. Поэтому молиться им нельзя. Впрочем, ангелам вообще молиться нельзя. Вот. Значит, и по поводу вот этого изображения тут. Зачитывать все, что по этому поводу сказано, просто это будет длинно, сложно, но скажем так, давайте так. Этот псалом в виде миноры, ну понятно, что скорее всего вот в таком вот виде, вот как вот здесь, да, вот в таком вот виде, был написан на щите царя Давида, на золотой вставке и именно в форме миноры, когда он выходил на войну. Пишет Ари, Что этот такое псалом золотая читает вставка? Вставка. золотой тест, но представьте, щит, он же не золотой. А когда надо украсить это самое золотом щит, туда делают золотую накладку. Ну, чеканку, золотую чеканку на золоте, да, и которую вставляют в щит, надо это самое. Вставка такая, ну, понятно. Ари пишет, что надо читать это в Тикун Хацот Бейл Гашпиа Шефа, чтобы свести это самое. Значит, далее ссылкой на Рамбана, что чтение этого мизмора приводит к удаче. Ежели нарисовать это на Арон Кодыш, на шкафу со свитками, то это защитит город. Значит, при этом читать надо этот, когда вы читаете этот псалом в виде миноры, то надо его держать не вот так, а вот так, чтобы она стояла. Как бы. И представлять перед глазами золотую минору, что это как бы написано то самое. Причем иногда странные вещи пишут, например, всякий, кто увидит этот псалом каждый день в форме миноры, он найдет хен высахальтов, благо и будет нравиться Богу и людям. И также его полезно, значит, полезно читать этот псалом в форме миноры перед тем, как идет
к людям, в которых он заинтересован, а также перед экзаменом или района вода о мишпат, или при собеседовании, при приеме на работу или на суд. Это кто-то современный явно пишет. При этом надо иметь в виду, что это надо именно держать, когда ее читаешь в виде миноре, она должна стоять вертикально, а не лежать. Значит, и вот, ну, я просто зачитываю то, что у меня собрано из разных мест. Очень помогает от сглаза. Полезно прочесть перед входом в новую квартиру. Ну, не могу не порадовать, что защищает от чертей в первую Ну и хватит, наверное, да? Ясно, да? То есть это вот потрясающая вещь для защиты. Кстати, в Иерусалиме, в Намешарим, где-нибудь вот в Браславске, тот, кто знает Браславский книжный магазин, там на Клафе продается и недорого такие вещи. Извините за рекламу, они мне не платят, поэтому можно. Значит, ну не только там, но в Браславском магазине их много и недорого. Значит, и там повесить дома на стенку, только не в спальню, пожалуйста, такие вещи вешайте. Да. Все-таки уважение какое-то к именам написанным должно быть. Нет, сразу сообщаю, у меня не висит. Но я не говорю, что не надо вешать. Я... Значит, ну вот такая вот вещь. И, естественно, в тот момент, когда мы видим Минору, естественно, возникает совершенно замечательная мысль, что это великолепно подходит для Хануки. Ну, где Минора, там и Ханука. И вот здесь начинается некоторая проблема, и она выглядит вот так. Номер. Вот смотрите, Беркат Коаним. Каждое благословение содержит имя Гошема. Каждое благословение. Евареха Гошем. Понятно, почему Гошем. Я уже много раз говорил, что имя Гошем – это интимное имя Всевышнего. И жертвы не приносятся Элуким, как известно, когда имя Элуким рядом с карбаном, рядом с жертвоприношением упоминается, по-моему, дважды, и оба раза эту жертву приносят не евреи. Оба раза. А где это есть? А евреи приносят жертву только Лашем. И понятно, почему так. Теперь смотрим на наш псалом. На наш псалом. В нем имя Хашем нет ни разу. Вообще ни разу. Зато вот синим цветом раз. Бог пошлет нам милость. Бог нас благословит. Бог Луки осветит нам это самое. Признают народы Бога. Не Хашема. Народы признают Аминь. Земля дает урожай. Благословит нас Бог, наш Бог. Благословит Бог. Всюду имя Элоким. Всюду, без исключения.
Вторая вещь, которую надо обращать внимание, и в этом псалме, вот в красном, давайте я вернусь к основному тексту с переводом. Гоим, народы, народы, амим, леумим, ну, племена, но думаю, что если по Мальбиму, то нации. Ибо ты прежде всем народом, ты будешь всем народом указывать путь всем нациям. Народы признают народы. Подождите. Итак, имя вместо Хашем, и ясно, что при этом вот этот стих – это просто повторение благословения Коэнов, да? Как мы сказали, это только замены. Элоким на Хашем, благословение Коэнов имени Хашем на имя Луки. Это уже интересно. Вот это замена. Почему в этом псалме упорно идет замена Элоким на Хашем на Элоким? И здесь есть еще потрясающая вещь, которую в переводе я, конечно же, и тану вот это слово. Перевел нас, но вообще в оригинале с нами. Вместе с нами. А вот это «эт», которое «итану». Значит, у нас есть «эт», которое «ото», и есть «эт», которое «ито». «Эт», которое «ито», которое вот здесь, вот этот «эт». Это предлог партнерства. Это вместе, которые партнеры. Например, название фирмы «Коэн эт Леви». Коэн вместе с Леви – это вот тот, который амперсандом передается английским. Который и. Коэн вместе с Леви. Вот такой. Вот это вот такое это. По этому поводу Бог нас помилует, Бог нас благословит, осветит лицо свое вместе с нами. Вот это уже любопытный момент прошел. Потому что должно быть лану или бан, должен быть другой предлог. Но не нас, а вас вместе с нами. Вот что здесь есть? Вот этот оттенок, который здесь есть, это нас вместе с нами. И теперь зачем он это сделает? Почему он осветит вас? Не просто так. Благословение, оно дается не просто так, а чтобы Лада от Баарац Даркех, чтобы знать на земле пути твои. То есть познание Бога вот благословение нужно для того, чтобы познать, знать пути Бога. Обратите внимание, не знать Бога, а знать пути Бога. Вот очень аккуратно. Вот познание Бога и познание путей Бога – это разные вещи. Причем из дальнейшего псалма мы видим, что политические пути Бога. Среди всех народов спасение твое. И вот тогда Едухом или будут благодарны тебе все народы, или признают тебя все народы. Едуха Элухим, Амим Элухим, будут знать народы Бога. Или будут признательны тебе. Или признают тебя. Значит, тогда народы, нации, да,
будут радоваться и веселиться, ибо ты будешь судьей в соответствии с законом, и ты будешь вести народы по тому вот Тенахем, это все привыкли к утешению, но вот Тенахем это еще вот это вот слово, это указывать путь, направлять, быть проводником. И все народы будут идти по пути, какому пути? Которое только что было, что благодаря благословению узнают пути твои. Вот отсюда это пошло вот сюда. И в конце вдруг говорится «Эрец натна явула» – «Земля дает урожай». Вот это уже немножечко странно на первый взгляд выглядит, потому что а урожай-то тут при чем? Земля дает урожай, то есть благополучие, какое возможно, и это благословение нашего Бога, и тогда увидят все края земли. Значит, вот для того, чтобы понять, что это, почему вдруг урожай, то, как это ни странно, у пророков это регулярно, что вот этот урожай, это вот лучший пример в Йехезкииле. И даст плод, и даст дерево полевое плод свой, и земля даст урожай. Вот точно так же, Эрец натна явула, точно слово в слово. И земля даст урожай свой. И будут жить на своей земле спокойно защищенной. И узнают, вот оно наше слово в третьем стихе, и узнают, что я, Хашем, даю спасение и покой всем, кто слушает меня. Или, например, у Захарии виноград даст плод свой, земля даст явула, земля даст урожай свой, и все увидят, что я Гошен. В книге Псалмов, наверное, лучший совершенно пример, совершенно потрясающий, в 85-м псалме, по-моему, красивейший. Значит, «Хесед ваэмет нифгашу», «Милость и истина встретятся», «Справедливость и благополучие поцелуются». Это 85-й псалом, вообще красиво, который это само поцелуется. «Истина из земли произрастет», справедливость с небес посмотрит или будет видна, и Хашем даст благо, а земля даст урожай свой. Вот оно. Справедливость перед ним идет и прокладывает дорогу ногам его. Вот эта справедливость перед ним идет. Это как бы демонстрация, вот когда народы признают, то все народы будут судиться по его закону, он будет указывать, он укажет, именем Бога будут идти народы, и земля даст урожай в знак того, что они правильно делают. В знак того, что они правильно делают, что это правильная дорога. Справедливость перед ним идет. Вот этот 85-й псалом просто очень хорошо проливает свет на то, что здесь делает земля, даст урожай. Когда милость и истина встречаются, справедливость и благополучие и мир целуются, истина произрастает из земли, а справедливость смотрит с небес. Кстати, обратите внимание на то, где истина, где справедливость. Цедекс на небесах, а истина на земле. И это у всех пророков, потому что вэгаэмец кушлах арца, а истина кинута на землю.
значит, истине место на Земле, правда, найти ее – это отдельная тема, как вы видите. И вот тогда Земля дает его. Но вот здесь начинается самое, к чему все это так длинно. 67-й псалом, он о грядущем. Он у всех народов, об объединении всех народов, которые вместе с нами, все народы признают Бога, будут знать пути. Обратите внимание, не говорится, что все народы будут, как мы там, соблюдать заповедь, об этом речь не идет. А они признают Бога вместе с нами, и тогда им будет светить лицо Бога, и тогда все будет справедливо. Но это то, что все комментаторы в один голос говорят: псалом для мира грядущего, псалом для мессианской эры. Это псалом не сегодняшнего дня. Именно из-за вот этого, и именно поэтому вот теперь вот этот псалом, если вам нужно объяснение некоторой длинной очень лекции Давида, профессора Касуто Давида, который объясняет, что в текстах, где которые обращены или равноценны для гоев и для евреев, употребляется имя Луким. Философских, в общефилософских текстах употребляется именно имя Элуким, а не Гошем. Вот вам иллюстрация. Когда мы имеем дело с народами, мы переходим от обозначения Гошем, мы переходим к имени Элуким. И вот теперь мы вдруг понимаем, что появление этого нашего псалма в Хануке, оно несколько странное, потому что в Хануке как бы все ровно наоборот происходит. Менора – это символ того, что мы остались сами собой, что мы гойские притязания на нас отвергли и сумели их побороть. Зажженная в храме менора, то, как она описана в книге Маковея и на самом деле в Талмуде тоже, это такая суперскоростная минора. Надо сказать, что есть способы сделать минору суперскоростной. И Галаха, например, разрешает минору ставить, в некоторых случаях вынести в храмовый двор и поставить на крыльце храма, а не внутри. Что тогда и было сделано. Есть подробное описание, как была сделана минора. Вот эта маковейская минора, есть подробное описание, как военная минора, где в бревно, ну точнее квадратное такое, ну бревно, грубо говоря, были воткнуты 7 копий, их залудили, а сверху поставили плошки со светильниками. Золотой миноры в храме не было, ее спер предыдущий, последний первосвященник и загнал за приличные деньги. Ее там не было просто. Вот эта вот самопальная минора военного типа, которая при этом не принимает скверну, она специально была сделана в такой форме, чтобы она не принимала скверну. Она вот эта Ханука. Это наша военная вещь, но мы это мы, а они это они, и пусть идут отсюда. Вот что такое Ханука. А здесь, в нашем псалме, совершенно другая идея. Как бы мы вместе с ним. И в этом смысле это несколько странновато выглядит, если не учитывать одну вещь. В Хануку 8 дней, как известно. 8 дней вызывает две ассоциации. У любого нормального человека, который опять знает библейские законы, есть две ассоциации с числом 8, когда мы говорим про 8 дней. Понятно, что обрезание здесь ни при чем на 8-й день, а куда более существенно две вещи. 8 дней нужно на полное очищение от скверны смерти. И понятно, что во времена Маковеев, которые только что вернулись с войны, то весь народ оскверненный, как бы в храм им входить можно только потому, что они все осквернены.
Вот тут есть такое правило, что оскверненному человеку скверной смерти на храмовую территорию входить запрещено, кроме случая, когда все осквернены. Все это подавляющее большинство. То там начинается исключение специальное для этого случая. 8 дней они не могут пользоваться храмом и ничего приносить жертвы, они не имеют права 8 дней. То есть имеют, когда все это самое осквернены, но это отдельная тема. По этому поводу 8 дней на очищение. Вторые 8 дней, которые любому нормальному человеку вспоминает, это, естественно, Суккот. Где у нас 8 дней? 8 дней у нас Суккот. По-моему, во второй книге Маковеев. Я хочу заметить, евреи не сохранили книги Маковеев. У евреев вместо этого есть Магилат Антиох, весьма подозрительного свойства. Но ее давно не читают. Она была написана... Не буду обсуждать сейчас Магилат Антиох. Но в одной из книг Маковеев есть совершенно вдруг неожиданная вещь. Почему Ханука 8 дней установлена? То там отвечают, потому что Суккот. Обана. Если 8 дней, это не 8 дней очищения. Вот все это сложное объяснение, почему 8 дней, я опускаю и говорю, вот кипшуто. Кипшуто 8 дней очищения. Но там говорят 8 дней, как Суккот. То есть Ханука – это как бы повторение Суккот. Но ведь Суккот по книге Захарья и по книге Ишаяху – это праздник, как раз тот самый праздник, который будут приходить праздновать все народы. Вот Суккот в этом смысле, он удивительный день. И даже египтяне, для которых что даже египтяне, дождь, который идет не для них, ну, в Египте не выпадают дожди, как мы знаем. Ну, то есть, когда выпадают, это предмет сообщения в международных известиях. Всегда в Египте выпил дождь раз в 10 лет. Или даже реже. То даже они будут приходить в храм. То есть праздник Суккот воспринимается, что Лаатит Лаво, праздник Суккот – это праздник для всех народов. И 70 жертв, например, праздника Суккот в Талмуде воспринимается как жертва по числу народов, что это жертва за народы, которые приносят. Потому что 70 – это число народов. И в этом смысле Суккот является в каком-то смысле праздником интернациональным. Вот. В духовном смысле. И тогда мы вдруг понимаем, что Ханука, по идее, установленная как Суккот, тогда тоже должна быть интернациональной. И тогда совершенно неожиданно наш 68, 67 псалом, тот самый, который Минора, который про народы, который про Бога народов. Вот это важно, надо понять. Нашего Бога, который Бог народов. А здесь выглядит очень сильно. Потому что как бы этот псалом не Маос Цур Ешуати, да, не победа и сохранение себя, а победа и исполнение некоторой мессианской роли. То есть как бы дальняя цель всего мероприятия. И в этом смысле 67-й псалом в Хануку, хотя он ровно в перпендикуляр к современности идет. Мы против всех, как бы мы защищаемся от всех, то этот псалом ровно наоборот, мы влияем на всех. От нас свет Хашема распространяется дальше. Что мы для этого должны делать? Ничего. Оно само должно распространяться. Сам факт нашего существования является расширением света. Не надо заниматься мессианством. Этого нет, у нас этого нет. Просто это вот такой факт на местности, просто, который существует. Вот про это, вот этот псалом о реализации этого плана.
А коли так, то он действительно должен быть очень мощный и по форме, и, кстати, по словам. При этом вот обращайте внимание на то, как в псалме, например, обыгрывается слово «земля». «Ладаад баарец даркеха». Сейчас какой-нибудь цвет дам этому слову. Красный буквы. «Узнать на земле пути твои». Обратите внимание, не небесные, а земные. Народы на земле будешь указывать путь. На земле. Вот обратите внимание на земную приземленность этого псалма, которая вот то самое, истина проглядывает с небес. Бог пошлет нам благословение с небес. Но ходить мы будем по земле. Вот этот 85-й псалом, который является раскрытием того, о чем здесь идет речь. Но народы ходят по земле. Вот это земные народы с земными чаяниями. Вот это очень важная вещь, с которой куча народу почему-то пытается бороться и запихнуть религию, иудаизм куда-то на небеса. Не надо. Вот эти земные вещи, они здесь. Лаумим баарцнах, на земле народы укажешь путь. Земля даст урожай. Вот она, земля, которая из политической какой-то вещи превращается в землю басар вадам, плоти и крови. Так и та земля, которая дает урожай, почва, да, вот это почвенники, вдруг неожиданно переходит земля, где на земле пути, на земле указывает пути, и вдруг земля, которая превращается в почву, которая даст урожай, потому что Бог благословит нас всех, Евахену Элохим, тот самый, который наш, и увидят его, или почитает, тут скорее почитает в Иерау просто это не увидит, а почитают его, будут страшиться, но когда говорится о Боге, будут почитать его. Все края земли. Вот края земли, эта земля превращается в Кадурга-Арц, превращается в земной шар. Вот эта земля, которая вначале из страны, может быть, знать в странах, народы в странах, в своих государствах, когда мы уже говорим про Лаумин, это уже империи, грубо говоря, нации, империи, да, узнают империи на своих огромных территориях, потом земля спускается до вот почвы, а потом Коля Всехарац, она превращается в это самое Оду радости 9-й симфонии Бетховена. Вот она, вот, если вам нужна вот эта радость. Есмаху вейронену лаумим. Обрадовые будут веселиться и радоваться нации. Вот она вам. Вот ода радости, она вот отсюда идет. Вот она. Все народы. Вот выходят все арать. Все народы, какие есть. Вот Соломон про это. И его исполнение в Хануку это действительно некоторое указание прямо на противоположное. Цель, дальняя цель, мистическая цель, может быть, которая выглядит недостижимо, но она да. Ее надо помнить. Это 67-й псалом. По этому поводу псалом абсолютно, он мистический со всех сторон. Он и по защите, и по структуре, и по количествам, и по буквам, и по форме, в каком он пишется. И он мистический на самом вот таком мистическом уровне, вплоть до амулетной. И в то же время это мистика вот этой огромной будущего, высокого огромного будущего. Это уже историосовская истина такая. И в этом смысле этот псалом является, наверное, одним из очень важным, но он, ну еще раз, в каждой синагоге рисует, в куче домов где-нибудь вы найдете
хотя бы на бумажке это написано, есть огромное количество бумажных этих амулетов, которые я показывал. Вот. Ну да, ну вот где-то вот так, да. И это то, чего я про этот псалом хотел рассказать. Вопросы есть? А чем, Наверное. скажи мне, а чем земля, которая завещана Аврааму, вот она здесь как-то расширяется для на все земли? Я могу сказать, здесь у современных комментаторов есть тяжелые проблемы. Они хотят видеть, это можно видеть ведь по-другому, что вот коль авсе арец, почему-то куча современных авторов, но правда не религиозных кругов, но и религиозных тоже, пытаются сказать, что авсе арец – это граница земли Израиля. Слово «эфес», чтобы было понятно, слово «эфес» имеет два значения. «Эфес» имеет значение «край», и отсюда «ноль». Да? А также еще одно из значений этого слова, у него несколько значений. Но все края, «авсейха арец» – вопрос, это границы земли или все края земли? На всех границах «эрец-исраэль» вот что здесь предполагается, или на всей земле, границах обитаемой земли. Куча народу пытается сократить просто потому, что я подозреваю, что эти типы просто не видят бездоказательно на текстуальном уровне, почему это делается. Им просто, у них есть представление, что не может быть у еврея псалма, где говорится о всенародных, вот это международных, интернациональных всяких вещей. А поэтому нужно сократить. То, что есть Захария, то, что есть Ишаяху, то, что это грядущее, именно вот это, когда все народы объединяются, это как бы пропускается. Может ли псалом быть именно с таким содержанием? Ответ вот. Мне кажется, что так, как говорится про все народы, что «Лауми барац панахэм» – «всем народам ты будешь вести за ручку все народы», чтобы все народы знали на земле пути твои, то «авсейха арац» – последние слова, они должны иметь в виду земной шар, а не землю Израиля. То есть земля даст… Значит, земля даст урожай, который наша земля или вся земля? Или земля всех народов даст урожай? Ответ благословит нас. Нас – это кого в этом псалме? Ответ – нас всех, потому что это про народы. Я не вижу другого чтения здесь. То есть я могу придумать другое чтение, но оно мне кажется более естественным. Именно земля всех народов даст урожай. Я не вижу необходимости сужать это до земли Израиля. Ну вот так где-то. Но вообще, когда Моше просит показать пути твои, то нам же пути показывают на этой земле. А дальше Ну идет и расширение. сказано, что здесь и сказано. На этой земле. На этой, да. Истина живет на земле, истина сброшена с неба, как известно. Истину сбросили с неба, потому что с ней, ежели начнут судить с истиной под боком, то никто не переживет этого. Поэтому истина сброшена на землю. И как говорит Браславский Ребе, по этому поводу и ходят стадами. Ой, это не Браславский Ребе, это Рав Симха Бунин говорит в Шиске. И ходят по этому поводу стадами. То есть истин много. Это здорово. Это Истина здорово. сброшена. Ходят в Галха Дарим Адарим. Это буквально цитата, но вот это ходят стадами означает, каждый утверждает, что истина у него. Это Пшискер, вот комментарий, она там в оригинале.
сказано, но то, что истина сбываема, это ушлах арца в галха дарим адарим, это цитата правильная из Танаха. Вот. Но истина, она на земле, она да, сброшена с небес на землю. И по этому Окей, поводу вы Леночка, обратите отпустим, отпустим мир с его горлом. ну, что надо понимать, что это значит. Так, господа и дамы, я предлагаю на этом закончить. Миру я предлагаю перестать курить на время гриппа. Это тоже помогает, по-моему, вместе с чаем. Ты про что? Какой гриб? Ну, неважно, мы об этом мы говорили в начале. Это не входит в Таилим. Я Это... опоздала, я опоздала. Мы не Я записали. опоздала. Мир себя плохо чувствует, типа гриппует. Но уделил от своего здоровья нам и рассказал нам про Псалом. Иварыха Адонай Вейшмерыха. Ну, окей, Спасибо. скажем Спасибо амэн. большое. Очень интересно. Спасибо. Тебя слушать, это вообще какой-то, не знаю. Ширалель, беседа. Не могу, Энмилим. Ну хорошо, подумай и напиши Мейру. Все, Так это господа и дамы, не заканчиваем на могу. этом. Мейр, спасибо Это другое. огромное. Будем обдумывать. Пока. Всем пока, Пока. хороших новостей. Да, спасибо, Храни Сухой. Господь солдат, чтобы никто больше не побегал. Ой, Победу не Израилю. говори, не Пока. говори, не Пока-пока. говори, не говори. Амен. Пока-пока.